Здоровое сердце – залог долголетия, уверены лучшие кардиологи страны. На конференцию в Самару приехали ведущие специалисты из России, Германии, Португалии и США. Сейчас огромное количество информации, иногда противоречивой. Разные центры делают по разным стандартам исследования. И мы обсуждаем вот эти все исследования, то, что мы получаем ту информацию, насколько и как она должна быть применена на практике. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются в топе причин смертности населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от них в год умирает более 17 миллионов человек. Чтобы своевременно и качественно оказывать помощь пациентам, нужно строить больше специализированных центров, уверены кардиологи. Один из лучших находится в Пензе. Ежегодно в нем оперирует почти 7 тысяч человек. Скоро подобное учреждение появится и в Самаре. Строительство уже ведется. Новый пятиэтажный центр составит единый комплекс с уже существующим кардиодиспансером. В нем будет 8 операционных, более 60 лечебных помещений и 44 реанимационных койки. Во-первых, это будут прекрасные операционные. Я их видел проект, потом ходил, смотрел, что там делается. Это очень, современные и, по последнему слову, техники выполненные чистые помещения. Понимаете, там приятно работать. А когда хирургу приятно работать, врачам приятно работать, знаете, всегда хорошие результаты бывают. Сейчас в год в областном кардиодиспансере проходит лечение более 15 тысяч человек. Новое современное здание позволит в два раза повысить уровень высококвалифицированной кардиохирургической помощи. Планируется, что строительство нового центра завершится в 2016 году. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.